Уметь разбираться в тонкости законов и вести уголовные процессы не хуже, чем знаменитые адвокаты. Это портрет юриста будущего. Конкурс с таким названием стартовал в регионе. Бороться за победу будут студенты юрфаков, впрочем, причем не только Самары. Заявки пришли из Саратова, Ульяновска и Тольятти. Сейчас их уже больше 60, а заканчивается прием документов 31 декабря. На первом этапе участникам предложат разобраться в деле из реальной адвокатской практики. Во втором туре студенты продемонстрируют свои ораторские способности. Для тех же, кто с такими заданиями сталкивается впервые, организаторы планируют устроить серию семинаров. В финал выйдут двое лучших соискателей. На кону премия в 50 тысяч рублей и место в адвокатском бюро. Победитель первого конкурса 2013 года, тогда еще студент Самарского госуниверситета Денис Кучеренко, уверен, сразу после окончания вуза выпускники еще не готовы самостоятельно вести дела. Они сталкиваются с рядом серьезных проблем. Это неумение вести себя в процессе, это неумение построить грамотную аргументацию по определенным категориям дел.